Крайний Север перестает быть крайним. В Ненецком автономном округе завершили последние работы по реализации большого трехлетнего федерального проекта «Информационная инфраструктура» по подключению к интернету социально значимых объектов. Это коснулось всех населенных пунктов. Репортаж с места событий из деревень Волонга и Белушья. В рамках реализации проекта новое антенно-мачтовое сооружение для обеспечения канала связи Нижняя Пеша Белушья Волонга построили в 2021 году в деревне Волонга в прибрежной зоне Чешской Губы. Вышку мы построили буквально, значит, с учетом всех местных условий, нам хватило где-то месяца три. То есть доставка, логистика, привоз необходимых материалов, закрутка свай. В настоящее время канал связи уже работает. В деревне Волонга ненецкая компания электросвязи дополнительно установила малую базовую станцию мобильной связи, что позволило жителям населенного пункта воспользоваться услугами мобильной связи. Для организации канала связи возведена также мачта в Белушье. Сейчас мы находимся в населенном пункте Волонга. Завершаются работы по монтажу оборудования на антенно-мачтовом сооружении. И фактически мы сегодня заканчиваем большой трехлетний проект по подключению социально значимых объектов. Большая работа была проделана нашим окружным оператором Ненецкой компании электросвязи совместно с генеральным подрядчиком «РТелеком Холдинг». Выполнение работ было обеспечено в рамках реализации федерального проекта в целях устранения цифрового неравенства. Эта программа вся была спланирована с 2019 года, и вот сейчас она завершается, можно сказать, ее первый этап, в ходе которого было построено 11 вышек, подключено 122 объекта жизнеобеспечения, в том числе школы, муниципалитеты, опорные пункты, Росгвардия, полиция и так далее. ФАПы. Это все очень важно. Перспективы развития связи в округе не заканчиваются после реализации большого федерального проекта. Мы будем продолжать работу по всем населенным пунктам. Мы знаем, у нас по каждому есть свое понимание, свой план работ. Хотелось бы отметить, что все наши работы идут в стратегическом направлении. Мы не просто здесь сделали 45-метровую вышку. Это часть большого проекта по развитию интернета в сторону Индиги. И в целом мы в течение 2-3 лет планируем сделать так называемое кольцо. Это от Харьяга, Наринмар и Несь закольцуем и обеспечим резервный канал. Ну и в конце хотел бы сказать, что работы по резервному каналу Харьяга, Наринмар продолжаются. И мы также планируем в конце 2022 года завершить этот большой проект для нашего округа. Василий Хатанзейский, Леонид Шишилов, телеканал «Север».